Главу сопровождали заместитель по социальным вопросам и заведующий отделом социальной защиты. В первую очередь осмотрели учреждение комплексного центра, ознакомились с рабочими условиями. Сейчас здесь идут ремонтные работы по совершенствованию кабинетов. Прокладывают электричество, водосточную систему, ремонтируют кровлю. Директор центра Лариса Ханова кратко рассказала о работе каждого помещения. В массажный кабинет приобрели новый стол. Вот он новый, теперь волшебный. Здравствуйте. Детям... С электронной, да, регулировкой? Да, три электропривода, он поднимается, Лена Геннадьевна, да, покажите, пожалуйста. А вы массажист? Да. А специально не ставили, да, ставить, чтобы людям да, было чтобы удобно? Да, чтобы здесь можно было подойти. Подлокотник, да? Да, он передвигается, он опускается, он поднимается. И все, у вас тут, наверное, теперь очередь будет. Ну, надеюсь. Отделение реабилитации предлагает занятия по лечебной физкультуре на пневмотренажерах. Для психологической разгрузки в центре предусмотрен кабинет песочной терапии, световой психологической коррекции. Бутыльковая колонна, панель «Бесконечность», вращающиеся огни, таинственный свет, зеленую травку мы установили, настенное покрытие, световой стол, вот он, да, очень красивый. Да-да. Да, очень интересно. С песком, да. С песком. Там подсветки есть. Да. Глава также осмотрел пищеблок, тренажерный зал, библиотеку, актовый зал, медицинскую комнату. В электрогорском отделении пансионата Ногинский Денис Семенов проверил готовность здания к зиме. Посмотрел, как проведен ремонт подъемника. Нас всегда топят очень хорошо. Горячая вода, спасибо большое. Все нормально. Все нормально, да. Слава Богу, да. Да, ну, всем остальным обеспечено, все, слава богу, как хорошо. Как комната пользуется популярностью? Пользуется, да, но мы сейчас ее на второй этаж перенесем. Все-таки больше второй этаж пользуется этой комнатой. А здесь сделаем еще колясочнику, чтобы было им удобно выезжать на улицу. Вместе с директором отделения были намечены планы по ремонту пола в коридоре первого этажа. Шершавый, да, конечно. Нет, да. Никакой скользкой плитки, все шершавый будет. Угу. Ну и ковров вот здесь тоже должно быть. И по пожарной безопасности, если мы сейчас сделаем новый коридор. Еще когда будете да, считать, заложите запасом на бордюры. В целом ситуация положительная. Самое главное, чтобы проживание было комфортным и уютным, а проживающие в них люди не чувствовали себя одинокими и жили полноценной жизнью.